Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшнюю трансляцию, посвященную эзотерике «Ответы на вопросы». Меня зовут Андрей Дуйко, я руководитель эзотерической школы «Кайлас». Там, где в жизни ничего не может человеку помочь, там обычно должна помогать эзотерика. Все связанное с непознанным, паранормальным, о том, как можно достать себя, как Мюнхгаузен, с помощью веры, из глубины своих самых невероятных дебрей, о том, как все же себе помогать, когда никто не может вам помочь, ни психолог, ни орнитолог, в этом случае поможет вам эзотерика. Жить легко, если вам поможет Андрей Дуйко. Я сегодня опубликовал пост. Этот пост, он был связан с тем, чтобы вы задали мне свои вопросы, и я обещал на эти вопросы ответить. Именно поэтому я постараюсь ответить на вопросы, которые вы задали в группе моей в Facebook, которая называется Дуйко Кайлас и РТЕ, а также я отвечу на вопросы, которые вы задали мне под видео, которое называется «Приглашаю вас на свой вебинар 18.00». Вот я открыл ваши вопросы. Начну я все же с Facebook. Итак. Ольга Прохорцева. Здравствуйте. Ага, сначала старые. Ну ладно, давайте сначала новые. Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками и с первым вебинаром в этом году. Спасибо. Вопроса нет, это хорошо. Итак, Светлана Мариненко. Здравствуйте, с наступившим Новым годом, ученица первой ступени. Как правильно поступить, когда дарят набор коньяк, бокалы и кофе и кружка? Вы как-то сказали, что дарить посуду плохо. Но это же не посуда, это ничего страшного. Посуду дарить плохо в случае, если это сервиз или набор для большого количества людей в семье. Тем самым можно совершить такой обряд, который называется перекид, то есть человек забирает семью. В вашем случае, если дарят алкоголь и дарят с бокалами, в этом ничего плохого нет. Ничего бояться в этом случае не нужно, все нормально. Джулия Тр. Подскажите, пожалуйста, мужчина дарил кольцо, делал предложение, я подумала и отказалась. Нужно ли вернуть кольцо или можно оставить? Он просит его назад. Спасибо за ответ. Смотрите, кольцо является своего рода договором. Когда мужчина дарит кольцо, то он фактически ждет от вас ответа в виде одобрения. Кольцо является фактически печатью. В случае, если вы отказываетесь, то вы должны стереть печать, то есть отдать кольцо. Я считаю это правильно. В ином случае это будет выглядеть как кидалово. То есть вы же не хотите быть должником для этого человека. Считаю, что гуманнее и, в общем-то, цивилизованнее отдавать этому человеку кольцо. Но как относиться к другим подаркам? В случае, если мужчина с женщиной встречаются, и мужчина дарит подарки, и в случае, если женщина с ним переспала, то можно не возвращать подарки. В случае, если не переспала, и мужчина требует вернуть подарки, то, к сожалению, такие подарки необходимо возвращать. Дело в том, что за все приходится в жизни платить. Прекрасно мужчины это знают, и это эзотерично. Джульетта Стас. Я в процессе усыновления моего внука Максима, но появились препятствия. Умоляю, помогите, не знаю, что лучше для него. Думаю, со мной ему будет лучше, но очень боюсь ему жизнь сломать. Я растила его с 2 месяцев, но я не за себя прошу, за ребенка. Что с ним будет? Останется ли он со мной? Прибегаю к вашему прибежищу. Да, останется с вами, смело занимайтесь. Вы вырастили хороших детей и хороших внуков тоже сможете. Наталья Грон, скажите, пожалуйста, а есть ли на Земле представители звездных рас или галактик, или есть... Если есть, то цель их нахождения на Земле. Я не знаю. Мое предположение такое, что, скорее всего, здесь находятся существа, которые являются зрителями, но они не проявляются в виде физических тел и не проявляются в виде каких-то вот твердых таких элементов. Я считаю, что на планете Земля таких... космических ракет, техногенного происхождения из далекого космоса, каких-то людей, которые прилетают, этого нет. Все, что появляется, это техногенные проявления, которые связаны с хлопыванием паранормальных миров, в которых мы проживаем, и это просто элементы будущего, которое будет на Земле, или прошлого.
Ну, как бы это мое мнение, его можете поддерживать, а можете нет. Не доказать, не опровергнуть, к сожалению, это невозможно. Лариса Сушкова, ура! Все, никак не могу найти ответ на свой вопрос. Как сделать, чтобы муж не смотрел политические программы, новости, фильмы, старые политические и военные? Постоянно смотрит, когда ест и перед засыпанием. Можно ли как-то повлиять на это? Дело в том, что человек получает информацию обычно, которая связана с его внутренним состоянием. Что заставляет вашего мужчину смотреть такие новости? Первое. Его заставляет смотреть внутренняя ответственность. То есть это человек, в котором воспитали внутреннюю мужскую ответственность, которую он боится потерять. То есть он до сих пор считает, что он несет ответственность за страну, несет ответственность за то, что в стране происходит и так далее. Почему он смотрит военные фильмы? Тем самым у человека появляется идеология. То есть он сам себе говорит, я бы тоже так смог, я бы тоже мог быть солдатом и так далее. Это очень по-мужски, на самом деле пресекать этого не нужно, но вам не нравится, ну знаете, жить с мужчиной, у которого есть ответственность, гораздо лучше, чем жить с мужчиной, у которого нет ответственности. Ну и здесь, наверное, хотелось бы сказать, но мой мужчина после просмотра этих фильмов становится агрессивный, становится, накручивает себя и так далее. Хотелось бы вам сказать, очень часто, здоровье наших близких зависит от нас. Именно поэтому мне бы хотелось, чтобы вы знали, очень часто высокое давление, плохая работа сосудов, предстательной железы, ну вообще неинтересная жизнь заставляет человека быть человеком, нырять в политику. И для того, чтобы этого не происходило, необходимо просто улучшить его самочувствие. Как не эзотерически помочь? Эзотерически. Необходимо обратить внимание на вашего мужа и посмотреть, не красные ли у него щеки, как он себя ощущает, нет ли у него состояния недомогания, узнать, какое у него общее самочувствие. Если человеку дать препараты, которые могут улучшить самочувствие, снизить давление, дать ему магний и калий, дать ему витамины, то поверьте мне, он перестанет смотреть такие программы. Почему? С улучшением общего самочувствия, а когда человек ищет агрессию или проявление агрессии, то это заболевание печени и сердца одновременно. Таким образом, еще и страховые это почки. Даем ему препараты для улучшения работы почек, для улучшения работы печени, там какой-нибудь урсахол или какой-нибудь бетулин. Даем ему препараты для лечения атеросклероза, уменьшаем употребление алкоголя, сладкой и жирной пищи. Даем витамины, и ему будет просто неинтересно смотреть такие программы. Он будет смотреть программу о том, как сделать что-то своими руками и так далее. Но можно ли эзотерически как-то повлиять? Я думаю, нет. Дело в том, что мужчина обычно занимает именно такую позицию, позицию ответственности, позицию социального, справедливой такой участия, то есть он берет на себя ответственность за состояние страны и так далее. Но уже другое дело, что это в большинстве своем самообман, потому что как бы люди не хотели что-либо изменить в своей стране, в большинстве своем они повлиять на это никак не смогут. Почему? Это доказало наше бесконечное проживание в нашем постсоветском пространстве, в Советском Союзе. Я не знаю, и не было еще таких случаев, когда то, что бы хотел народ, было сделано правительством. А вот то, что хочет правительство, оно делает всегда. Поэтому для того, чтобы что-то изменить, человеку необходимо стать частью правительства. А вот как это сделать, я, к сожалению, дать совет не смогу. Наталья Маковей. Подскажите, пожалуйста, как мирно решить раздел имущества со своим бывшим мужем? Пытается оставить нас с дочкой с минимальными затратами. Я не знаю, вам нужно эзотерический совет или не эзотерический. Если эзотерический совет, то есть ряд эзотерических таких моментов, которые можно использовать. Допустим, представить вашего мужа, который уже проживает в этой квартире, и сжечь это многократно на свече, как я объясняю, в бесплатной, да и в платной первой ступени. Отправить его в дождь, использовать мои эзотерические рекомендации, ставить программу. Я думаю, вам это уже известно, так как вы прошли уже первую старую ступень, которая выложена бесплатно на моем канале YouTube. Используйте мои механизмы и технологии, они действительно 100% работают. Поэтому считаю, что это самый примитивный и простой способ.
Наталья Мамалыга, скажите, пожалуйста, можно ли переплавить наши с мужем обручальные кольца на другое ювелирное украшение? Ну, конечно, все в порядке. А если венчали? Конечно, тоже можно. Лидия Ремченко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хочу получить от вас на вопрос, существующий молодой человек, это моя судьба или расстаться? Ваша судьба. Живите, и пусть вам Бог помогает. Анни Борисова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Не могли бы вы посоветовать или ответить на следующий вопрос? Расскажите, пожалуйста, как оставаться всегда хорошим, чтобы некоторые люди не воспользовались этим? Потому что иногда бывает, что люди видят вашу доброту и используют ее в своих интересах. Когда мы сможем всегда оставаться добрыми, и другие нас используют? Дело в том, что быть добрым, это не значит быть добрым, это значит не совершать злых поступков. Быть добрым — это не ругаться, когда хочется, не поддаваться унынию, не быть человеком, который кого-либо обвиняет, делать что-то хорошее для близких. Вы немножечко путаете. Быть человеком наивным и верящим, не делающим выводов, отличается от понимания быть добрым. Дело в том, что быть добрым — это не хотеть делать зла кому-либо. А вот то, что, о чем вы говорите, это желание не делать выводы. Почему я это говорю? Вот смотрите, как все происходит. Допустим, мужчина говорит: займи мне $100. Вы занимаете, он перестает с вами общаться. То есть вы считаете, что он воспользовался вашей добротой. На самом деле он воспользовался вашим доверием, а не добротой. А доверие, оно так устроено по принципу жизненного опыта. То есть, если провести опыт и посмотреть, что же в вашей жизни происходило, то можно определить, что однажды в вашей жизни уже у вас занимали деньги, и вы их занимали, и после этого вам их не отдавали. Тогда какой нужно сделать вывод? Нужно сделать вывод того, что вы не должны занимать деньги, потому что вам их не отдают. Знаете, как часто люди делают? Они часто делают так: они занимают деньги, им не отдают, и они вновь занимают, им вновь не отдают. Они говорят: ну я же добрый. Не добрый, а доверчивый. Именно поэтому человек... А что такое доверчивый? Это бояться отказать, чтобы не обидеть. А это уже трусость или страхи, которые мешают. Будьте человеком, который уже сделал для себя выводы. Вы имеете право жить со своими выводами так, как вы хотите. Допустим, если вам не отдают деньги, больше эти деньги не занимайте. Вот обычно это происходит так. Я жила с мужчиной, он меня обижал. И после этого от меня ушел. И я сказала сама себе такие слова: но он хороший, я ему все простила. И это неправильно. Почему? Эта жизнь заставляла вас сделать вывод, что когда такой мужчина, который так вас обижает и так к вам неблагополучно относится, такой мужчина является негодяем. Какой нужно сделать из этого вывод? Необходимо сделать вывод? Нет. Не все мужики козлы. Нужно сделать вывод, и он заключается таким, что обычно мужчины, которые так ведут себя, как мой бывший муж, обычно они являются негодяями. И я больше с такими связываться не буду. Я буду связываться с хорошими. А как обычно делают? Я их за все прощаю. Ну, вы за все простили, теперь урок не вынесен, и вам придется вновь и вновь попадать в одну и ту же ситуацию, попадая вновь и вновь или наступая на те же самые грабли. Почему одним женщинам попадаются хорошие, а другим попадаются плохие? Да в чем же дело на самом деле? Все дело связано с тем, что цель жизни человека, проживание его на планете Земля, является обретение духовности. А что такое духовность? Это доброта, это милосердие, это тепло сердечное, радость сердечная, которой любовь ко всему миру, к Богу любовь и так далее. Но человек может это пройти двумя путями. Первый путь — это путь стенания, когда все плохо, и терпения, и посвящение этого чему-либо. И путь радости, то есть человек может жить по принципу стенания и по принципу радости. То есть он выбирает для себя сам свой индивидуальный путь, как ему прожить: радоваться и достигать духовности, или страдать и достигать духовности. То есть у каждого свои пути к одной и той же цели — достижения духовности. Лилия Ярулина. Не могли бы вы подробнее рассказать о деревянном символе «вылечить человека»? Я живу с престарелыми родителями, у которых целый букет заболеваний. Можно ли им помочь с помощью этого символа? Имею право читать для них заклинания Хусентарвак, черви Хусентарвак, если я только изучаю первую бесплатную ступень. Смотрите.
Есть, допустим, препарат. Это, допустим, таблетка преднизолон. Преднизолон является гормональным препаратом. Когда человек принимает гормональный препарат, то он воздействует на его надпочечники, на протяжении, попадает в кровь через желудочно-кишечный тракт, потом происходит депонирование его там через почки или выводится через ЖКТ. И он воздействует на надпочечники, появляется гидрокортизон там, и так далее. То есть происходит процесс противовоспалительный, противоаллергический, антигистаминный и прочее, прочее. Так вот, в случае, если человек начинает смотреть на символ, то пока он смотрит на символ, символ воздействует на него. А когда он выпивает таблетку, то он может не смотреть на таблетку и не думать о таблетке, а таблетка с ним будет работать. Таким образом, можно заметно провести аналогию, что когда человек смотрит на данный символ, то этот символ работает с человеком. Но когда он выпивает таблетку, но как только человек перестает смотреть на символ, символ перестает с ним работать. Но как только он выпивает таблетку, таблетка работает дольше. Именно поэтому, когда вы купили символ для родителей и поставили, то нужно ставить его таким образом, чтобы он постоянно попадал в их поле зрения. То есть его ставить рядом с телевизором, повесить его на кухню, чтобы хоть немножечко попадало туда их зрение и концентрация хотя бы бокового элемента внимания. Таким образом, символ может работать. Пассивно, когда человек не смотрит на него, как правило, символ не работает. То есть он должен быть в поле зрения. В случае, если он находится в поле зрения даже пассивно, это будет на них действовать. Поставьте на телевизор, поставьте рядом с телевизором. Или сделайте видео такое, где этот символ будет где-то выглядывать. Так символы работают. В случае, если человек смотрит телевизор и там бы появлялись символы здоровья, то вот такие символы могли бы воздействовать на человека. А так человек без таких символов или без поля зрения, он где-то дома валяется, это просто деревянная табличка. И второе, вы читаете мантры для этих людей. Аналогично, в тот момент, когда вы читаете мантры, то вот вы читали полтора часа, вот полтора часа эти мантры воздействовали на человека. Читаете на следующий день, то вместо полтора часа после того, когда вы прочитали мантры, будет работать не полтора часа, а полтора часа и плюс три минуты. И вы читаете, допустим, один год, и длина влияния вот этой мантры, она увеличивается. За полтора года это будет, почитали там один час, а действовать будет три часа. И это зависит еще от духовной энергии человека, от его энергетического потенциала, от его энергетики, от того, насколько он энергетически может влиять на внешний мир. Много есть вот этих нюансов, которые могут сказать, более активно действует мантра или более пассивно. Поэтому я желаю вашим родителям и всем родителям долгих лет жизни. Если хотите, чтобы родители жили дольше, лучше им талисманчик в виде метасоника для здоровья приобрести, купить. Вот такой метасоник, он работает лучше. Наталья Волковская. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня такой вопрос. Что такое интуиция? Существует ли она? Если да, то как ее отличить от иллюзии? Возможно ли ее развить? Как правильно распознавать? Когда у человека происходит дежавю, это предупреждение. Поэтому в случае, если у вас происходит дежавю, что вы что-то видели, что-то уже происходило, это говорит о том, что вы должны отнестись с опаской. То есть притормозить и после этого ожидать, что что-то может произойти не так. Когда человек может предсказать событие, он как бы понимает, что это событие должно произойти, то это обычно предупреждение. А в случае, если у человека появляется интуиция, то это выглядит следующим образом. Когда вам человек говорит что-то, и после того, когда он вам что-либо сказал, у вас появляется восхищение, после этого появляется желание что-то сделать, как хотел человек, то вы попали на манипуляцию, а это не интуиция, а манипуляция. Что такое интуиция? Это когда человек утром просыпается и говорит, не нужно мне никуда выезжать, я буду дома лежать. Вот это может быть интуицией. Нужно ли ее развивать? Дело в том, что у людей есть вот такое животного происхождения, элементы этой интуиции. Мантра, которая может развить или помочь, это мантра «Анимахом, анимахом».
То есть, когда человек произносит такую мантру ани махом, на вдохе и на выдохе, он развивает свою интуицию. Но может ли интуиция помочь выиграть лотерею? Нет. Может ли интуиция помочь человеку не совершить какие-то ошибки? Нет. Это буквально как первородное ограничение для зайчика, который может интуитивно понять, что вот-вот его ожидает опасность. Когда у человека появляются вот такие чувства опасности, не нужно выезжать, не нужно поворачивать, не нужно покупать, то это работает как элемент предохранения, который помогает человеку жить более счастливо. Опять-таки, здесь нужно рассматривать человека как ячейку жизни, который может жить по принципу страдания и получения духовности при помощи этого страдания, или радости и получения радости. И тогда интуиция тоже в этом случае работает по-разному. Так человек, который выбрал путь в своей жизни получения радости, его интуиция может подсказывать: не делай так, потому что это будет ограничивать радость. А для другого человека, который живет по принципу страдания, то есть это плохо, эти плохие, эти какашки, мне надо бороться, мне надо там бояться и так далее, то для него интуиция будет наоборот ограничивать его возможность прийти к состоянию страдания. Поэтому необходимо определить, на какой вы стороне: на стороне все-таки получения радости от жизни или на стороне все-таки получения страдания от жизни. Если вы на стороне получения страдания, развивать интуицию не нужно. А если радости, тогда конечно. Зульфияку надо разговаривать медленнее. Так просила меня моя мама и моя жена. Потому что они говорят, ну и даже маркетолог. Так они говорят, потому что считают, что я разговариваю во время проведения вебинаров очень быстро, что не дает людям воспринимать правильно мою информацию. Как в этом анекдоте: мама, пишу тебе это письмо медленно, потому что знаю, быстро ты читать не умеешь. Поэтому я чуть-чуть сбавляю темп, лучше проведем вебинар там на 10 минут дольше. Зульфия Кунаева: я делаю поделки из ракушек и монет, дарю друзьям. И они посоветовали начать продавать это как сувениры. Но в чате одному из учеников школы посоветовали выбросить сувенир из ракушек, который он привез из отпуска. Я в замешательстве. Что можно, что нельзя делать с ракушками и монетами? Расскажите, пожалуйста. В случае, если ракушки насыпаны, и они у вас лежат в виде насыпанных ракушек, такие ракушки хранить дома не нужно. Хотя есть такие вот обряды: положи ракушки рядом с собой в кровати у изголовья, и не будет целлюлита. Или переверни ракушку вверх тормашками, чтобы ее отверстие смотрело вниз, тогда будет, тогда очищается энергетическое пространство. Но в случае, если ракушки разбросаны и вот так лежат, то такие ракушки, их просто так держать не нужно. Дело в том, что эти ракушки — это панцири существ, которые когда-то в них жили, а потом их бросили. То есть энергетически это не очень хорошо. Тем не менее, вибрация таких ракушек минимальна, она прямо минималистическая. И, конечно же, если нравится делать поделки из ракушек, то поделка из ракушек — это уже поделка. А ракушки, насыпанные в коробке, это ракушки, насыпанные в коробке. Поэтому если вы делаете поделки, да. А если просто ракушки в коробке, то нет. А еще, неважно. Александр Швец: надеюсь, ответил на ваш вопрос. Если вы смотрите сейчас данное видео в YouTube, обязательно поставьте подписаться и обязательно поставьте лайк данному видео. Дальше. Ирина Гимбицкая: второй год не могу продать дом. Делаю различные практики: красные яблоки, бабочки, ракушки. Писала письмо с желанием, но ничего не получается. Только ближе к осени начали приходить люди, но реакция у них неоднозначная. Одни осматривают спокойно, другие сразу истерят, что им не нравится. Что я делаю не так? Смогу ли я продать дом в ближайшее время? Ирина Гимбицкая. Особенность такая заключается, что нужно каким-то образом повлиять на то, чтобы у людей, которые входят в ваш дом, появилось ощущение, будто это офигенно. Помните, я говорил, что нужно зайти в дом, который вы продаете, и восхищаться им. И стены классные, и еще что-то классное, еще что-то классное. И нравится вот это, и нравится это, и нравится это. Второе. Как изменить тотальное восприятие людей, которые входят? Видите, одни заходят спокойно и молчат. Они не восхищаются. А другие заходят и начинают
возмущаться. А это о чем говорит? О том, что где-то есть кнопка, которая заставляет этих людей видеть как-то неправильно то, что вы им продаете. Есть ли обряд, который может изменить это все? Да, есть такой обряд. Это обряд с ключами. Что необходимо сделать? Когда вы в следующий раз будете подходить к вашей квартире, то перед квартирой уроните ключи перед тем, как открыть. Потом поднимите ключи и откройте. Можно также сказать: ух ты, кто-то ключи потерял. Потом открыть квартиру, зайти в нее. Таким образом, все, кто будет заходить в квартиру, которую вы продаете, будут или поменяют свое восприятие данной квартиры. Вот такой эзотерический обряд. Хотите, чтобы мир к вам по-другому относился? Можно ключи уронить перед входом, перед выходом, вернее, из своей квартиры. Уроните ключи перед выходом в квартиру, походите немножко, сходите в туалет, можно на кухню, к холодильнику, а потом будете идти обратно к входу и так: ох, ключи кто-то потерял, поднимать, о, это же мои ключи. Открываете и больше их не роняете перед входом. Это изменит отношение окружающего мира по отношению к вам. Работает обряд 100%. Как он работает, я бы мог объяснить, у нас просто нет времени, хорошо? А так вы все делаете правильно. Делайте, как я научил. Как сделать так, чтобы полностью изменить жизнь? Вот часто люди такой вопрос задают: Андрей Андреевич, как тотально изменить свою жизнь? Берете телефон со своей карточкой, не выключая, размахиваетесь. Только так, чтобы он был недорогой, наверное, иначе будет... Хотя дорогой тоже пойдет. Иногда люди с дорогими телефонами имеют нереально огромные долги. Хотите избавиться от долгов, хотите избавиться от проблем жизненных, сделайте, как я вас научу. Попаститесь 1-2 дня. Один день не ешьте ничего. На второй день скажите: все мои страдания от того, что они у меня происходят, посвящаю новой своей и удивительной, прекрасной жизни, которая будет у меня в будущем. После чего подходите куда-нибудь к речке и выбрасываете свой телефон в речку, так чтобы его не найти. Не выключаете и не пользуетесь, не восстанавливаете карточку, не запоминаете никакие номера, после чего ставите себе новую карту. Это изменит вашу судьбу на 100%. Это, конечно, такой тотальный такой перезагруз. Пробовал я это делать в своей жизни? Да, как работает? Великолепно. Это изменило вообще в корне понимание жизненных, наверное. Одна жизнь у нас, она цепляется к телефону и соединяет нас с людьми, которые нас знают. И вот я в свое время выбросил телефон, второй раз его потерял и не восстанавливал. И это полностью перезагрузило, вплоть до того, что осознание, что бизнесом занимался не так, осознание, чем нужно лечиться и так далее, и так далее. Великолепное средство. Любовь Базюк, подскажите мне, пожалуйста, у меня есть возможность летом поехать на работу в Италию, получиться с работой? Не получится. Александр Швец, мне очень важно ваше мнение, мой сын в разводе и очень переживает и скучает за детьми. Он хочет быть рядом, но увы. Скажите, пожалуйста, помирятся ли они с его бывшей женой? Нет, не помирятся, она уже там. Поэтому женщина красивая и быстро находит себе другого мужчину. С праздниками, вашу семью, ваше учение, знания, все работает. Спасибо. Старший сын собрал свою семью, уехал в Екатеринбург, чтобы начать зарабатывать. Но, конечно, большой город, таких строителей полно. Тем более ему всего было 21 год. Начал, так как его учили, с самого малого. Ходил сам по квартирам, делал ремонт. Затем создал бригаду, правда, таджиков. Потихоньку шел к цели. Сейчас 29, уже имеет большие заказы от фирм частные. Дальше работает до достижения высших возможностей. Спасибо за философию. А если можно, расскажите, как убрать нули в дате рождения? У меня у сына шаг вперед, потом 5 назад, и все заново. Я только на первой ступени, проходите остальные, там все рассказываю. Итак, Таня Илюша. У меня вопрос по 7-му марафону. Если оплатить за другого человека, который тебе дорог, не родственник, не ученик школы и не будет смотреть возле компьютера, будет ли этот марафон для него полезен? Будет. Хочу вас, пользуясь случаем, пригласить на свой марафон здоровья, который я буду проводить и который будет проводиться... А когда будет проводиться? По-моему, с 15 февраля. Записаться на него можно на моем официальном сайте duiko.guru. Что это обозначает? Нужно ли вам там что-то делать? Нет, я работаю как целитель. Есть ли у меня целительные силы?
показываю. Смотрите, сейчас здесь находится очень много людей. У кого-то что-то болит. Давайте я покажу вам, как я могу убрать эту боль. И для тех людей, которые в дальнейшем будут здесь присутствовать, я тоже покажу этот фокус, чтобы он работал у нас и в записи. Смотрите, где бы у вас и что бы у вас сейчас не болело, скажите прямо сейчас. Отдаем это Андрею Андреевичу. И смотрите на меня и представляете, будто отдаете. Я при этом обвожу, при этом хватаю и при этом забираю. Считаю. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. И бросаю. И теперь считаю до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И дую. А теперь те люди, кто смотрит этот марафон, напишите, у кого пропала боль. И где у вас пропала боль. Сейчас я подключу чат, чтобы его видеть. Действия зрителей. О. А что, не подключили чат? Сейчас я подключу. Сейчас, секунду. Эх. Чат. О. Сохранить. О, запустил чат. О, пошел чат. Можете теперь писать во время трансляции прямо в Ютубе. Подключил чат. Ладно, пока поотвечаю, а вы через 5-7 минут можете писать, у кого где пропало. А я теперь покроюсь, видите, пятнами красными. Не переживайте за меня, мне от этого ничего не будет. Ничего нигде болеть у меня не будет. Так что приходите на 7-й марафон, я помогу вам избавиться пассивно от тех заболеваний, которыми вы болеете. Обещаю, вы для этого делать ничего не будете. Я навсегда заберу у вас болезни, которыми вы страдаете. Это доказало очередной раз мою работу с людьми. И ранее, когда я проводил эти марафоны, есть люди, которые вновь и вновь приходят на такие марафоны, потому что здоровье улучшается, ну, колоссально. Лелани, Виктория, я очень сильно нуждаюсь в вашей помощи. Я слегла из-за судебных разбирательств. Прошу вас, помогите советом, умоляю, в чужой стране. Каждый день рисуйте на себе перевернутую шестерку. Вот так, вниз. Перевернутую шестерку. Также сжигайте, как я обучаю в первой старой ступени, сжигайте свою проблему. Посмотрите сжигание проблем в Ютубе, научитесь и делайте, как я вас обучу. Как эзотерически продать свой автомобиль? Большое спасибо. И уже сегодня рассказал, перед машиной бросьте ключи, потом ух ты ж, какие ключи, ух ты ж, какая машина. И хвалите машину, быстро продадите. Екатерина Владимирова, с Новым годом, пожалуйста. Если душа перевоплощается, то с кем тогда разговаривают медиумы? Наша душа перевоплощается и в прошлое, и в будущее. Хоть считается, что душа может перевоплощаться только в прошлое. А с кем медиумы общаются? Медиумы общаются с душами будущего, проявляясь в будущем у кого-то в виде психического заболевания. Считаю, делать этого не стоит, потому что мешают жить себе и людям из будущего. Александр Швед, скажите, пожалуйста, выдам ли я замуж мою дочь в 22-м? Нет. Но дождитесь ли внуков от нее? Да. Вас и вашу прекрасную семью с наступившим праздником. Спасибо. Желаю большого счастья, прекрасного здоровья. И я вам желаю искренне. Вы и вся ваша семья для нас и вправду самые большие светлые и теплые звезды, согревающие большое количество сердец. Вы мои зайчики. Подскажите, пожалуйста, как получить для себя и семьи финское гражданство? Ну, я не знаю, как вообще, это, наверное, к юристам вопросы. Не знаю, я не знаю, наверное, там есть какие-то особенности. Но я вам... Поставьте программу, что... Помните, раскрутить свою программу пальчиком против часовой стрелки, представить, я об этом рассказываю на ступенях. Ставьте программу. Татьяна Орлова. Андрей Андреевич, посмотрите меня. После Нового года очень сильно стала раздражаться на маму. Она каждые 5 минут заходит в комнату и просит посмотреть по НТВ. Она другого канала не знает. Какую-то передачу. И накручивает себя. И мне негатив. Боюсь сорваться и ударить.
Вот это неправильно. Почему вы боитесь? Почему? Что необходимо сделать? Смотрите, вот это у вас идут стенания, а вы, видимо, в начале нового года поставили программу. Смотрите, вы достигнуть программы, вот допустим, вы сказали, я хочу жить отдельно от мамы, или сказали, я хочу замуж, я хочу там хорошую работу. Это программа. Она будет работать на протяжении целого года. А теперь вы должны к ней прийти либо через состояние радости, либо через состояние стенания и страдания. Так вот, вам из-за того, что вы настроены на стенания и страдания, дают стенания. И вы должны говорить каждый раз, когда мама так себя ведет, сделайте вот этот бензин отрицательный вашего раздражения элементом достижения своей задачи. То есть говорите, я раздражаюсь, это к быстрому покупке дома. Я отдаю эту энергию к тому, чтобы быстро у меня там появилось то, что вы загадывали на Новый год. А также знайте, что мама в этот момент является реактором, который, раздражая вас, создает процессы быстрой реализации вашей задуманной цели. А после этого необходимо обязательно маму благодарить. Каким образом? Садитесь, гладите по ручке, говорите, мама, ты молодец. Вообще хочу вам дать совет. Не боритесь со злом. Принимайте его, гладьте его, обнимайте и целуйте. Тогда зла не будет. Зло — это наука. Ее нужно принять и принять. Тогда вы научитесь, и жизнь перестанет вам это давать. Джулия Тр. Еще раз, подскажите, пожалуйста, практику, чтобы сблизиться, сделать общение с мужчиной теплее, чтобы они переросли в отношения, он мне нравится, но что я немного перегнула, видимо, была слишком искренне в общении, напугала, он немного отстранился, как возобновить и утеплиться, переспать, то есть с этим человеком нужно переспать. Вот если ему понравится, мужчины взрослые, они обычно выбирают женщину после первой постели. Если вы ему понравились в постели, если тепло с вами, если хорошо, то он будет с вами. Опять-таки, только в случае, если он холост. Ну вот как-то так. Знаю, что вам это не понравится. Ну а что делать, знаете, мужчина выбирает женщину по интимной близости, женщина выбирает по достатку. Ну вот так уж устроен этот мир, ничего сделать нельзя. У меня очень пьет мать, и что бы я ни делала, ничего не помогает. Очищаю каждый день дом, шумы помогают только на время, ненадолго. Вопрос, можно ли заниматься духовными практиками в таком доме? Да. Так как после практик получаю обратный результат. Нет, вам так кажется. Это борьба. Борьба злого духа пьянства с вашим. Но здесь такая особенность. Когда вы будете ругаться на маму по поводу того, что она пьет, говорите маме слова. Мама, тебя-то я люблю. Но и дальше отделяйте маму от алкоголизма. Смотрите, смотрите. Грубо, алкоголизм, наркомания — это дух, который влияет на человека, и человек становится не тем, кем он есть на самом деле. На самом деле каждый человек прекрасный, а вот духи, которые в нем находятся, они могут человека делать невыносимым, невыносимо вредным, невыносимо гадким. Это очень часто мы замечаем, когда наши близкие начинают употреблять. То есть нормальный человек выпил и стал чудовищем. И что необходимо делать? Необходимо ощутить вот это чудовище и отделить его от мамы, которая не чудовище. И в тот момент, когда вы отделили одно от другого, ругайте, даже не видя это чудовище, плохими словами, говорит, как ты заколебала, какой-то, но четко понимайте, даже видя маму, что это не мама, а одержимый демоном мама. А потом маму, представляя как хорошего человека, говорите, мамочка, ты моя любимая, ты мое солнышко. Так вы отделяете чудовище и прогоняете. Это элемент, который называется отделение. Обычно ругают наркоманов или алкоголиков и ругают их за что-либо, не понимая, что они ругают душу человека. И душа, она страдает и так. И они еще больше тонут. Почему? Потому что чудовище, оно хочет, чтобы его пожалели, оно хочет, чтобы к нему хорошо относились. И мы обычно, видя этого человека, ругаем его, а чудовище в этот момент этого не хочет. Но если мы отделяем, то чудовище не желает, чтобы к нему относились плохо. А человек желает, таким образом мы его душу делаем или поддерживаем его душу, а это чудовище или элемент, который живет в маме и проявляется в виде алкоголизма, прогоняем и негативно к нему относимся. Так происходит вот такой вот обряд. Ну что, читаю чат.
У меня болело под правым подреберьем, все пошло, ура. О, видите, прошли боли в мягких тканях, ух ты, вот видите. Добрый вечер, в ваших родных выйдет замуж наша дочь, отлично. У меня болит душа и правда стала лучше. Супер. Шея перестала нудеть. Спасибо. Ура. Голова болела, давление чуть повышенное, тошнило. Стало легче. Ура. Можно ли человека из комы вывести? Да, можно человека из комы вывести. Но надо онлайн присутствие. Хотя можно и не онлайн присутствие. Напишите мне, я скажу, что нужно делать. Елена Рудакова. 2 месяца назад потеряла маму из-за того, что положила в больницу с COVID. Она умерла не из-за вируса, а из-за отсутствия ухода, перебоев с кислородом. Я как-то не смогла прочувствовать, что ее там убьют. И теперь не могу простить себя, днями рыдаю, старею. С трудом удерживаю себя от депрессии. Мне нужно жить, у меня больной ребенок. Как себя простить и понять, что меня отпустила мама? Послушайте, у Бога на каждого из нас есть своя история. И у Бога не только хорошие истории для нас. Бог имеет для каждого из нас свое видение нашей жизни. Не принимая то, что дает Бог, человек не принимает Бога. Когда человек не принимает Бога, он принимает дьявола. Когда человек принимает дьявола, у него появляются депрессии и так далее. Скажите себе эти слова. Скажите, я принимаю все, что дал мне Бог. Я на стороне доброго Бога. Нельзя никак изменить, поверьте мне. Ни при чем ваша интуиция, ни при чем там то, что вы могли спасти и так далее. Ничего ни при чем. Если бы не было это, было бы что-то другое. Поэтому судьба. Так сложились звезды, так сложилась судьба. Обвинять себя не стоит. Также найдите для себя мотивацию. Скажите себе, я буду жить ради ребенка, я буду достигать что-то ради ребенка. Я хотела бы ваша мама сейчас, чтобы вы умерли? Нет. А хотели бы, чтобы вы страдали? Тоже нет. Тогда зачем вы это делаете? Чтобы что сделать? Умереть? Всегда помните, вам придется прожить эту жизнь от самого начала и до самого конца. И ваш выбор заключается в том, чтобы прожить ее в страдании и стенании, либо в радости и ярко. Выбирайте сами для себя. С праздником вас и вашу семью. Вопрос. Живу с мужчиной около года. Знаю, что посуду надо мыть женщине, но мне это дается очень редко. Это его, так сказать, хобби. Что вы посоветуете? Ничего, любит мыть посуду, пусть. Так реализуется мужчина. Все в порядке. Валентина Козырева. Много не практикую ступени, завершилась старая, новая, пятая. Жизнь изменилась лучше. Могу дальше обучаться? Конечно. Мы ученики первой ступени. Начала мама, проходила обновленную в прямом эфире. Со временем присоединились мы с мужем. У нас все супер, особенно у мужа. Очень благодарен вам, сейчас изучает доктрину бизнеса. Но у мамы все совсем плохо. Нет семьи, плохо с финансами, очень плохое моральное состояние, сильно пугливое. Даже после убирания зла из жизни у нее ничего не поменялось. Сегодня уже плакала. Я просматриваю вашу маму и могу сказать, что ваша мама так живет, потому что она не усвоила первый урок моей первой старой обновленной ступени, который звучит так: живи здесь и сейчас. А что это обозначает? Она либо вспоминает что-либо из прошлого, либо начинает мечтать о чем, что будет происходить в будущем. А и одно, и второе тотально искореняют жизнь человека, и у него ничего не получается. Зачем давать тебе сегодня, если ты сегодня не живешь? Таким образом, для нее самым важным элементом будет резиночка и проговаривание «я счастлив от того, что». Тем самым и первая, и вторая практика сможет помочь ей вновь обрести и материальное, и найти финансы, и быть, и найти хорошее моральное состояние. Это важно. Особенно не мечтать по вечерам. Особенно не мечтать по вечерам. Помните, все, о чем вы мечтаете вечером, закрытыми или открытыми глазами, ничего никогда ровным счетом не сбудется.
И то, что вы намечтали, разрушает жизнь, потому что это программа, которая вытягивает у человека энергию. А энергии, как правило, не хватает духовной, и поэтому забирается физическая. Вот так. Светлана Попова. Со всеми пришедшими, предстоящим праздником моего сына Сергея онкология, боремся второй год. Как ему можно помочь? Отделяйте сына и онкологическое заболевание. Делайте практику вымаливания для сына, как я объясняю, в первой ступени. А также ругайте само онкологическое заболевание. Прямо представляйте, будто вот сын с онкологией с одной стороны, а сын, рожденный здоровым, с другой стороны. И делайте так. Онкологическое заболевание, ты сволочь, и дальше матом ругаетесь прямо, делайте со звуками о-хо-хо, о-ху-ху, и пошло, и так далее. Потом другого своего ребенка представляете, говорит, ты мой зайчик, ты мое наслаждение, ты мой любчик, ты мой там роднюсенький, ты мой здоровенький, ты мое счастье, ты пусть все двери откроются, пусть у тебя в жизни будет все хорошо. Это называется полярные обряды. Соединить первое и второе между собой не нужно. Отделяя, мы отделяем болезнь от здорового человека. И это и у него сформирует новое ощущение своего заболевания. Почему? Заболевание прорастает, и человек думает, что он сначала имеет заболевание, а потом, что он и есть заболевание, а потом человека нет, есть лишь одно заболевание. Вот человек, когда заболевает, то сначала это выглядит так. Я и заболевание — две разные вещи. Потом я должен лечить заболевание, а потом заболевание прежде, чем все остальное. Поэтому мы помогаем ему отделить, то есть возвращаем его к тому месту, где он, где появилось это заболевание, в момент разделения, максимальное разделение человека и наполнение заболевания презиранием этого заболевания помогает отделить зерно от плевел и помогает этому человеку справиться. Так работает процесс, который я называю эзотерическим разделением. Со всеми праздниками, скажите, пожалуйста, с точки зрения эзотерика, как можно объяснить, если человек давится, что это? Давится, как правило, человек, если у него нелечимый гастродуоденит, гастроэнтериальное рефлюксное заболевание. Очень часто именно поэтому он давится. Также, почему он давится? Потому что у него гастроэнтериальный рефлюкс, повышенная или, может быть, ложный круп, то есть очень высокая кислотность, нет. Не запирается илиоцекальный клапан, там клапан пищевода, закидывается желчь или закидывается кислота, там множество ожогов. Это может привести, что давится, когда начинает пить. Это прям 100% часто появляется в жизни человека. Если лечить психическое заболевание, излечения не будет. Но если начать лечить гастродуоденит и лечить там омепразол давать, там льняное семя заваривать, как я обучаю, то это излечивается. И потом удивляются люди, говорят, ну надо же, вот всю жизнь лечили, не помогало, а это вот помогло. О. Ольга Щербакова, с праздником вас и вашу семью. У меня давно умерли родители и муж, и они все вместе живут в моих снах. Я устала от них. Мы вместе там работаем, ходим в магазин. Ну, обычная жизнь. Я уже делала откуп, но сны уже 5 лет меня преследуют с покойниками. Что делать? Необходимо на могилы, где живут ваши родные, отнести вещи, которые были для них особо дороги. Также сделать так. Взять свою фотографию и не нужно, а вдруг вы не ученик школы. Итак, необходимо пойти на кладбище, поставить им там хлебушка, поставить, сказать, я вас помню, перерождайтесь с миром и так далее. Также очень хорошо прийти в церковь и заказать просто службу за упокой души там вашего мужа, вашей мамы и так далее. Так они перестанут сниться. Это тоже проверено. Я против вакцин, не обсуждаю. Эдик Мурадян. Не получается увидеть сознание, закрытыми глазами делаю круг, золотистая линия не проявляется. Автоматически не подключается после 5-й ступени. Уже на пороге 6-я, ваше учение в зале, говорят, у всех получилось. Не переживайте, не делайте, если что-то не получается, махните рукой. Анна Кул. В настоящее время ученица 4-й в школе с 14-го года. Обучалась первому быстрое замужество, вышла замуж в 15-м быстро, но не сложилась, разошлась. В прошлом году обучилась новому быстрому замужеству. Все делаю по философии, только личная жизнь не получается никак наладить. Даже любимого человека на горизонте нет. Хотела спросить у вас, может мне надо забыть про личную жизнь, сосредоточиться на деньгах? Нет, сосредоточьтесь на хобби.
и начните ходить в спортзал. Вот клянусь вам, Анна Кул, перед лицом товарищей, торжественно обещаю. Запишитесь в спортзал и прозанимайтесь в спортзале чем угодно. Бальными танцами, там, тренажерном зале и так далее. 2,5 месяца. Через 2,5 месяца 100% женитесь. Замуж выйдете. Прям вот. Но не йога, физика. Людмила Бандровская. Огромное спасибо за вашу помощь, всегда рядом. Хочу спросить, у моего сына нет детей, невестка с первым мужем, 2 немачных. Приходите на марафон здоровья, пусть приходит невестка, я помогу сделать так, чтобы и появились, и родила. Ольга Печникова. Скажите, пожалуйста, можно ли ставить сердечки ученикам в чате? Это считается, что мы дарим любовь? Не считается. Мария Марти, это ж, при чем тут любовь? Любовь отсюда, а не сердечки. А это просто знак внимания. Вы просто обратили на это внимание. Мария Митина. Как помочь брату эзотерически найти жену? Ему 30 лет. Представлять, будто вокруг пупка у него появляется золотой бублик. Делайте это каждый день, 10 раз в день, быстро женится. Татьяна Жужанакова. У нас с мужем был ресторан-гостиница, но нынешняя ситуация заставила из ресторана второй этаж сделать жилое помещение семейного типа. Первый этаж остался как технический, а третий как отдельные комнаты по типу гостиницы. Теперь стал вопрос, лучше всего это продать или оставить для себя и сдавать в аренду? Лучше продать. Лаумана Елена. По мужской линии есть суицидные. Уже были случаи ухода из жизни. Как прекратить, есть ли эзотерические техники? Поменять фамилию и не носить фамилию мужа. Тогда карма не передастся. Также мужчина должен поменять одну букву в своей фамилии. Тогда у него будет жизнь, отвязанная от вот этой кармы. Снежана Рахнянская. После прохождения обряда от зла на горизонте замаячила возможность купить квартиру. Купят ли у нас землю, чтобы воплотить жизнь эту возможность? Аж до осени. Вот на протяжении года купят. Ирина Ильенко, расскажите про приметы на Новый год. Проехали. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. С новогодними праздниками. Вопрос. Мне поставили со стороны банка условия. Квартиру задать на финаренду и постепенно выкупить в течение 5 лет или пролонгацию на 3 года. Заранее спасибо. А в чем вопрос-то? Нужно ли это делать или нет? Нужно делать. Далее. Скажите, пожалуйста, удастся ли нам в этом году приобрести свой дом? Ремонт хотим делать сами. Скажите, обратить внимание на этот? Нет, не обратить. Надя Николаенко, скажите, пожалуйста, эзотерически объяснить, когда ломаешь руку или ногу, или это просто невезение? Когда вы ломаете руку или ногу, то это является элементом программы вашего надуманного желания. И вы его придете к нему, если не будете страдать, а будете эти стенания боли посвящать быстрой реализации вашего желания. Так как говорите, ой, болит рука, посвящаю это своей реализации задачи. Ой, болит рука, посвящаю это реализации своей задачи. В самом начале об этом всем рассказал. Итак, несколько еще слов из чата YouTube. Уважаемый Андрей Андреевич, будут ли детки у моего сына? Да. Подскажите, в какой сфере дочери Марии строить бизнес? Очень рекомендую сегодня строить бизнес, который заключается в том, чтобы стать интернет-маркетологами. Это продвижение в YouTube, это пройти курсы копирайтинг и сторителлингу. Курсы по контекстной рекламе Яндекс.Директ, Google Ads, курсы по таргетированной рекламе, курсы по CMM, курсы по SEO. Вот эти курсы, они делают человека автоматически человеком, который уже не будет ни полоть, ни работать где-то, ни тереть, ничего остальное делать. Обучившись несложно интернет-маркетингу, даже бесплатные курсы есть, не торопясь, на протяжении там 1 месяца, прямо каждый день по 2 часа изучая тему, повторяя ее для себя, осознавая, что же происходит, можно научиться или приобрести вот эту великолепную специальность. Это удивительно, когда сейчас, не обучаясь в институтах, не обучаясь, можно приобрести для себя просто невероятные, тотальные возможности зарабатывать не вихода, как говорят, из бассейна. Не открывается, у меня тут чуть-чуть завис весь интернет. Капутер завис. О, уже отвис.
Марат Рахимов, Андрей Андреевич, восхищаемся вашей работой, мечтаем купить старый домик в деревне, чтобы заниматься личным подсобным хозяйством. Стоит браться за это? Да. Как скоро перееду за границу, давно жду, и удачно ли, неудачно. Пожалуйста, у меня вопрос к вам, встречу ли я достойного, порядочного... Эх, смешные. Ну что? А я гадалка, значит, да? Андрей Андреевич, гадалка. Значит, вы пришли, чтобы погадать. Погадай ко мне, цыганка. А у меня ж карт нету, как же я могу погадать? Расскажи про все, гадалка. Про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Не ладится отношения со снохой. Не ругались. Но не хочет идти на контакт, не идет. Переживаю очень. Делайте подарки снохе. Делайте подарки, пойте дифирамбы. Начнет вас обожать. Просите мужа, чтобы позвонил и говорил такие слова. Жена очень переживает за здоровье. Моя жена очень переживает за твое здоровье. Моя жена просит, чтобы мы приехали, она тебе поможет. Вот так. С его позиции это будет правильно. Чтобы она понимала, что вы на ее стороне. Третьего-четвертого декабря застали соседку в 0 часов ночи возле калитки. Свечей копала за ручку, все заболели, сейчас вроде нормально. Сделали обряд с ножиком. Что еще делать? Первое, если вы чего-то боитесь, первое, знайте, на человека происходит влияние, если им импонирует или им руководит страх. Вы испугались, все напугались, тогда обряд сработал. Самое важное, что хотят сделать, это напугать. Именно страх заставляет человека попасться на эту штуку. Поэтому если человека напугать, то на него можно влиять. Второе. Попробуйте ощутить, через какое место на вас начало происходить влияние. Если на вас начало происходить влияние, и вы ощутили через легкие, через горло, через нос, то представьте, будто там у вас есть провод, который соединяет вас. Все равно с кем на той стороне. И туда на выдохе отдайте все плохое, что есть в вашей жизни. Прям говорите, я отдаю все плохое, что есть в моей жизни. Все боль, все заболевания, страдания, безденежье получаю. Или наоборот, заберите через этот провод энергию. Говорите, да, провод есть, я не разрешала его делать. Я забираю через этот провод здоровье, материальное благополучие, счастье в жизни. И на вдохе втяните. И тем самым... отцепитесь. Как отцепиться? Говорите, я ничего не боюсь. Тюп. Еще такие вот моменты. Человек говорит, Андрей Андреевич, я не в школе, но как мне отцепиться? На меня происходит влияние и так далее. Поможет духовное имя, которое вам дали при рождении в православной церкви. Когда дают православной церкви имя, то определенное имя дает батюшка. Для чего дается имя? Смотрите, в вашей жизни вы, допустим, там... у вас имя там Андрей, а батюшка вам дал имя духовное, оно называется Илья. Как его использовать? Утром просыпаетесь и говорите, сегодняшний день я проживу как Илья. Теперь на вас, как на Петю Иванова, все влияют, а как на Илью, через духовное имя повлиять не могут. Так церковь помогает вам избавиться от негативного и тотально разрушающего вас влияния. Удобно же, слушайте, пользуйтесь, что не пользовались-то? Что не пользуется-то? Когда будут ваши карты? Скоро. Есть вопросы к ним. Квартиру не могу достроить в Дербенте. Идти на мировые соглашения? Идти. Получится нам начать строительство нашего дома? Получится. Обманывает, деньги у всех взял путем обмана. Помогите, не понимаю, как быть. Уважаемый учитель, пожалуйста, стоит мне разводиться. Обманывает, деньги у всех взял путем обмана. Помогите, не понимаю, как быть. Он же не у вас взял. Он взял у кого-то, а вы с ним живите. Живите пока еще. Для чего-то вам это нужно. Не идет, не нужно прям разводиться, разбегаться. Живите пока. Все будет нормально. Я так думаю. Ну как, скажите, вам понравился сегодняшний вебинар? Но если он вам понравился... то обязательно поддержите мой канал. Обязательно поддержите мой канал, обязательно после окончания вебинара подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите свой прекрасный комментарий.
Это поддержит мой канал, и большое количество людей в дальнейшем смогут изменить свою судьбу. С помощью чего? С помощью бесплатной первой ступени, с помощью моих рекомендаций, с помощью эзотерики, с помощью саморазвития, с помощью нашей эзотерической магии. Я желаю всем материального благополучия в новом году, желаю всем здоровья. Надеюсь, те методы, которые я дал сегодня во время проведения этого вебинара, вы найдете полезными. Надеюсь, что многое из этого вы сможете применить и многого не знали. Пусть в вашей жизни будет только добро. Всегда помните, не нужно человеку никуда переезжать. Не нужно переезжать в случае, если у него, в сердце его, нет радости сердечной. Все равно, где бы ты ни жил, если сердечной радости нет, то все будет плохо. А вот если обрести сердечную радость, то где бы ты ни жил, везде будет хорошо. Поэтому на первое место ставьте не переехать куда, а как найти душевную радость. А это уже борьба со своими внутренними состояниями. Убирайте страхи, начинайте доверять тем людям, которые находятся. И всегда помните, если Бог создал человека, то он и отвечает за то, чтобы он жил бесстрашно. Если Бог вас создал, то чё вам бояться? Пусть Бог теперь боится. А вы живите бесстрашно, а вы живите с стремлением что-либо делать. Обучайтесь, всегда помните, что у человека есть три элемента или три креда. Я живу по этим принципам. Если не отдыхаю, то работаю. Если не работаю, то обучаюсь. Если не обучаюсь, то отдыхаю. Живите по этим принципам, сможете быть материально обеспеченными людьми. Я желаю всем еще раз в новогодние праздники исполнения самых заветных желаний. Живите по принципу радоваться в жизни, никогда не болейте, приходите на